У тебя нет питомцев и робуксов? Тогда советую зайти в мой ТГ-канал. Там каждый день проходят конкурсы на пэтов и на робуксы. Ссылка находится в описании и в закрепленном комментарии. Ну а также в каждом видео я разыгрываю флайера и черепаху. Условия конкурса вы видите на экране и также победителя из прошлого конкурса. Всем желаю удачи! Всем приветик, ребят! С вами я, Диана. И в этом видосике я вам расскажу, как быстро собирать конфеты на обновлении Хэллоуин в Adopt Me. Но перед началом этого видео обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк, напиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Star Pets — это лучший маркетплейс по Роблоксу, где вы можете не только покупать и продавать своих питомцев, а также покупать робуксы по очень выгодным ценам. Пополнение и вывод доступны для жителей всех стран самыми разными методами в разных валютах. Ходи на сайт starpets.gg и на их социальные сети по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Итак, ребята, как вы знаете, у нас в Adopt Me обновление Хэллоуин. До конца ивента осталось 22 дня. И у нас, получается, в эту пятницу уже выйдет продолжение и добавятся новые классные питомцы. Кто не смотрел вот это вот видео, обязательно его посмотрите. Там я показала новых пэтов и рассказала, сколько они будут стоить и так далее. Поэтому обязательно посмотрите. Ну и давайте мы с вами поговорим, как нужно собирать кучу конфеточек в Adopt Me. Как нужно правильно играть в мини-игру, чтобы все это получилось. До игры у нас осталось 3 минуты. Хорошо, мы подождем. Что же нужно делать, чтобы все это быстро собрать? Ну, ребятки, вы вот тут вот покупаете, надеюсь, вы это все собираете. Я как-то все забросила. Вот эти тыковки не собираю. Здесь давайте мы немножко с вами выйдем до начала игры, быстренько что-то соберем. Самое главное — это еще что? То, что у нас на данный момент одна мини-игра в Adopt Me, но уже завтра у нас выйдет вторая мини-игра и будет в 2 раза больше конфет. Поэтому вы сможете все это очень быстро делать. Вот тут у нас будет новая мини-игра. Не знаю, что тут нужно будет делать. Пока что нам еще ничего не показали. Возможно, кстати, это все есть на тестовом сервере. Давайте сейчас я вам покажу, как это все пройти, и в принципе уже попробуем, что нужно нам делать с вами. Через 1 минуту, скорее всего, у нас уже начнется мини-игра, и сейчас буду показывать вам, как нужно правильно в нее играть, чтобы зарабатывать как можно больше наших конфеток. Поэтому сейчас мы с вами все это посмотрим. Ну и вообще хочу еще раз обсудить такую тему, как питомцы, потому что, ну, посмотрите прошлое видео, если вы не знаете, какие питомцы выйдут на этой неделе. Но, ребята, как я понимаю, разработчики в обновлении Хэллоуина паука не собираются добавлять, но мы все очень сильно ждали паука. Я прям, знаете, расстраиваюсь каждый раз, когда на обновлении Хэллоуин нету паука. Ну просто, ну как так можно? Паук, дайте паука нам. Ну это прям вообще беспредел просто. Так, давайте, нам нужна мини-игра. И осталось 56 секунд. Давайте тут постоим. И в принципе я к вам вернусь, когда начнется уже наша игра. Все, ребята, у нас уже начинается наша мини-игра. Осталось 3 секунды. И сейчас я вам покажу, как нужно правильно играть. В принципе, это не сложно, но самый главный мой лайфхак — вы бегите просто не полностью на вот эти штуки, а вот так, к примеру, вот так. Кто у меня лагает? А, вот. Посередине наших этих. Смотрите, например, мы не знаем, куда идти. Давайте вот так сделаем. Вам нужно бежать посередине. Видите, я пробежала, тут тоже. Все, у нас уже есть этот. В принципе, мы с вами уже быстренько прошли. Вам самое главное, нужно бежать посередине. Смотрите, смотрим, где шатается. И, в принципе, можно вот тут посередине пробежать. Тут у нас, видите, не получилось. Сразу 2 у нас штучки убрались. Еще тут пробуем. Тут, видимо, одна есть. Так, все. Вот эту мы с вами сделали. И вот так бежим прямо, скорее всего, прямо. Тут уже не прямо. Тут уже, скорее всего, вот сюда вот. Бежим, бежим, бежим. Тут вот так. Тут я не знаю, куда. Давайте вот так. Угу. Все, ребят, смотрите, как быстро. Ну, в принципе, это реально быстро. Можно все пройти и заработать максимальное количество конфет. Потому что это уже конец. И, в принципе, вот так раз пробуем. Тут не получилось. Не фартануло. Давайте вот тут попробуем. Да, вот тут получилось. Опять бежим вот так вот. Видите, получилось. Тут не получилось уже. В принципе, 44 секунды осталось. И я всю быстро эту мини-игру прохожу. Давайте вот так, вот так. Давайте. Там же вроде шатал. Ну ладно, давайте быстренько пробежим. В принципе, реально, мини-игра легкая. А как? А как? Что это за скам? А, вот сюда? Так оно же шаталось. Оно шаталось. А как тут пройти? Ну, блин, ребят, ладно, я немножко тупанула. Видимо, идти вот так, потом вот так. Да, у нас тут уже заспавнили нас. Тут не получилось. Ну, короче, я затупила немножко. Но самое-то главное, это что? Так, я запуталась опять. Самое главное, это то, что вот мы с вами быстренько все это проходим. И идти нужно, как я вам показала. И вот, видите, я почти дошла. И мне дали, скорее всего, 2500 конфеток. Да, ребят, мне дали 2500 конфеток. Но, в принципе-то, это неплохо. Это реально неплохо. Я просто немножко затупила. Но я думаю, вам тактика понятна. Надо бежать посередине двух вот этих плиточек, если вы как бы не видите, где болтается и так далее. В принципе, это все можно быстро пройти. Ну и будем искать новые такие лайфхаки в новой мини-игре. И сейчас давайте я посмотрю, открыт ли тестовый сервер, и возможно что-то там будет интересно. Ребята, тестовый сервер открыт.
тест, сервер открыт, все, там по-любому тестируется новая мини-игра, давайте быстрее заходим туда. Так, ребят, я захожу, мне уже очень интересно, что тут будет, я надеюсь, реально, что-то тут добавят, и мы с вами это все проверим. Так, забираем тут наши награды, тут у меня есть мега чау-чау золотая, так, немножко что-то не прогружается. Так, ну я зашла, и тут уже куча разных питомцев, ну-ка давайте быстренько туда. А, вот, я хочу именно проверить то, что тут будет тестироваться. Так, тут нужно тоже, кстати, собирать тыковки. Нет, эта дверь закрыта. А вроде как говорили, что на тестовом сервере можно... Это что за машина? Это что за машина там проехала? Ну-ка, давайте-ка пойдемте туда. Возможно, там тоже есть какая-то секрет локация. Зайдем туда и... О, ребята, тут же открыто что-то, да? Или нет? Это открыто? Нет, это закрыто. Ну хорошо, я-то думала, то, что на тестовом сервере будет тестироваться, интересно. А тут, получается, ничего нету. Обидненько, обидненько, но я вам все равно, так скажем. Ссылочка в телеграм-канале будет вечером на этот тестовый сервер. Если что, заходите сюда, потому что вам дадут вот таких вот бесплатных питомцев, вы можете просто с ними поиграться. Поэтому как-то так, вот эти надписи на экране, здесь вы их видите по-любому, поэтому они меня раздражают. Ну, короче, всем желаю удачи, ждем новую неделю обновлений.